Здорово! Сегодня мы снова играем в Dark RP. Обычно на профессии полицейского вы уже привыкли видеть, как я бегаю в комендантский час и то и делаю, что только арестовываю людей за то, что они не дома. Иногда это выливается в какие-то интересные, порой даже смешные жалобы, а иногда это прям серьезные случаи с админобузом, которые нужно как-то решать, и я это показываю в ролике. Вы, наверное, уже в курсе, что на некоторых полицейских профах в Dark RP есть такая интересная штука, как маскировка. Она позволяет вам принять внешний вид любой другой профессии на ваш выбор, и благодаря чему никто не сможет распознать вас как полицейского до какого-либо РП-допроса, если он пройдет успешно не в вашу сторону. Большинство случаев, которые я видел, когда люди используют маскировку, это просто чтобы побегать по городу и посмотреть на то, как кто-либо совершает преступление и потом раз, внезапно кого-то арестовать. Ладно, я тоже так делал, но сегодня я сделаю немного по-другому. Пока я играл, мне повезло встретиться с игроками, которые себе отстроили на военной базе отдельный город, и там они занимаются, ну, полным нелегалом. У них оружие, они сидят на манипринтерах, они собираются кого-то рейдить, убивают и так далее. Ну а мы в свою очередь такую возможность не упустим. Поделаем рутинные полицейские дела, возможно, откроем ненадолго магазинчик, половим нарушителей и все-таки будем пробовать вживаться в роль микробандита. А в свою телегу по ссылке в описании я со дня на день дропну новую часть треков, которые я использую в роликах, потому что некоторые о них очень часто спрашивали. И, кстати, один из сниппетов, который был в прошлом видео, я тоже уже выложил, поэтому заходи туда и ищи эту запись. А играл я на сервере WasterP IP, группа, а также промокод на 2000 валюты будет в описании. Не становись детем промокода, чтобы не попасть в ролик. Короче, правила тут стакаются следующим образом, ребят. Только нон-РП дважды стакнуть не получится, чтобы два раза уже, типа, нарушил правила. Ну, он как бы два раза нарушит, но получит как заодно. А то сейчас, ком час меня убьют эти. Встаньте лицом к стене оба, я обыщу вас. И домой пойдете. Оба, я обыщу вас. Ладно. Да, без проблем. Я хочу лобстер купить. А вы знаете, как лобстер? Я кушать хочу. Я домой хотел пойти. Все, меня. Ну вы ешьте и домой можете, сразу. Пожалуйста, мне моего лобстера дайте. Спустись. Он что-то? Спустись. Я слез. Позвонись. Причина? Не дома в каче. Причина? Вы не имеете права меня арестовать. Не дома в каче, нахуй! Имеем право, блядь! Дождьте его. Причина. 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 Причина, причина, да. Ненормальные нахуй, видят же, каче уже идет по городу, 3 минуты. О, там еще кто-то есть, там еще кто-то есть. Вай-шай, гудок пропал у меня. Марат Адидас, блядь. Что за? Шо, блядь, Адидас, еще кто? Блядь. Кто там, открывай. Дом быта приехал, блядь. К стене лицом к стене. В каком ты доме? Ты в подъезде, ты что, в подъезде живешь? Не дома в каче ты был, тюрьма. 15 тысяч на пол. Да идите нахуй уже, Сэмми, 15 тысяч на пол. Здравствуйте, у меня к вам вопросик. Привет. Какой? Вот такой, все, точно. Нахуй пошел. А ты зачем окна бьешь просто так? А ты администратор наборной, у меня сразу... Зачем ты окна бьешь? Объясни. Ты администратор наборной, у меня вопрос. Пожалуйста, вопрос, ответь мне, пожалуйста, один раз. Причина, почему ты бьешь окна? Посмотрите, если на вас заказ. А вы знаете, что нельзя свои жалобы же разбираться? У тебя заказ на меня? Я посмотрел, есть ли он. Ты таким образом посмотрел, есть ли заказ? А почему вы разбираете свою жалобу? Еще раз предупреждаю, не ответишь нормально на вопрос, я тебе делаю первую причину, почему ты разбил окно. Посмотреть лицо человека, вдруг вы тот, на кого у меня заказ, понял? Ну, через стекло можно было посмотреть. Пойдет? А мне так захотелось. Ну, захотелось, тогда у тебя нон-РП 20 минут. Всего доброго.
Захотелось ему, блядь. Захотелось ему вот так вот зайти посмотреть. Ну, дурачок, блядь, что еще сказать. Затем я открыл магазин, где люди могут и покупать, и продавать то, что они захотят, и назвал это ломбардом. Выручки было немного, так же, как и покупателей, и я, кажется, понял почему. Люди здесь привыкли пользоваться наличкой, и они вообще в душе не чают о карте Тинькофф Платинум, которая имеет при себе много приятных бонусов. Бесплатные переводы на карты других банков, до 50 тысяч рублей в месяц без подписки, а оформив ее, лимит увеличивается до 100. Бесплатное пополнение в любом банкомате, а также кэшбэк до 30% от суммы по спецпредложениям партнеров банка, а также до 1% за любые траты по карте. Затеял какую-то грандиозную покупку, можешь оформить рассрочку на год. Но это еще не все бонусы, которые я перечислил, ведь оформив карту с 1 по 29 февраля, кэшбэк за покупки по карте будет начисляться рублями. Поэтому не теряй время, переходи по ссылке в описании и получай свою карту Тинькофф Платинум. Я, да, собака. Ты чё, ёбнутый? Да. Нападение. Тюрьма. Ты чё, ёбнутый? Совсем что ты тут делаешь? Ниша, норма, долбоёб. Нон РП у тебя, ты в общественном месте орудуешь за маньяка. Я маньяк вообще. Ты в общественном месте орудуешь за маньяка, я знаю, что ты маньяк. Ну откуда ты? Оттуда, что ты мне только что еще и сам сказал об этом. Да нормально, нет? НРП. Ну а ты? Иди нахуй. Откуда ты... Я маньяк. Да я знаю, что ты маньяк. Откуда ты знаешь, ебать, что я маньяк? Опа, отлетел. А почему мне... Почему ты... Стой. Дебил ебать какой-то. Откуда ты знаешь, что я маньяк, сам мне говорит, что он маньяк был. Куда ты зашел? Куда ты зашел? Кто тебя звал? Выйди, выйди с ПУ. Полиция, выйди с ПУ. Откуда? С ПУ выйди. Выйдите, пожалуйста. Окей, неподчинение. Все, вижу его нахуй. Но ты хотел, чтобы тебе дверь эта открылась. Она откроется с другой стороны. Сиди. Он даже причину не назвал. Ты че, ты чувак? Ты даже причину не назвал. Ты, если глухой, то надо слушать лучше ушами, а не просто говорить в микрофон. Ну реально придурок. Я ему говорю несколько раз, выйди из ПУ, выйди из ПУ. Откройте эту дверь, блядь. А важнее же самому в тюрьму сесть, чем выйти, да? Угроза жизни. Что ты хотел? Подошел, на меня ствол ебать наставил. Нормальный, нет? Ну а тут я с помощью маскировки пробрался к ним на территорию, потому что обычного мента бы они расстреляли. Если тот челик с ковбойкой тупил и стоял ждал непонятно чего, то другие точно будут стрелять на поражение. Поэтому маскируемся и внедряемся в племя микробандитов, потому что каждая секунда на счету, и ты не знаешь, когда точно с тебя спадет маскировка. Я пробрался в Техас, ребят. Или хотя участвуешь, давай иди, иди. Так, все к вышке, быстро туда встали, все. Что происходит? В общем-то... Повтори мне это в лицо. В общем-то, мужики, слушайте план. Сейчас мы идем... Повтори мне это в яйцо, пожалуйста. Сейчас мы идем, объявляем войну мэру. По причине жажды власти. Все-таки, ну, какая нахер монархия? Вот. Дальше. В смысле нет главы? Я ваша глава, ребят, убейте его, кто чел, он вообще бред несет какой-то. Главы нет, говорит. Вот, дальше. Шафлинг. Шафлинг. Короче, у меня такой вопрос. Дальше, мужики. Можно я построю оборонительную? Идем, короче, через тоннель. Проходим через тоннель. Идем в элитку и оттуда залетаем в мэрию. Расстреливаем всех, кого можем, даже гражданские. Там вон этот молочный зуб ебать лазит. После собака, этого... а ты кусаешь ментовки. Убиваем мэра. Вот 9-1-1-9-1-1. Я стану самым лучшим мэром. Он наш? Все. Он наш? Все поняли план действий. Шафлик, он наш? Все, парни, монархия закончилась. Все, давайте, я пошел, короче, идите быстро. Не убивать его или нет? Покера. Не слушайте его, не идите никуда. Убьем мэра! Вууу! Не иди, нет. А, чё, не идем? Не идем? А когда? Когда будем? Строй, строй, строй. Когда рейд будет?
Когда рейд будет, ребят? Алло, рейд. Ну, мэра рейдить собирали. Так, мэра да, нету. Да, я приеду, я еще умру. Кому идти? И что? У меня есть только нет, вот это. Какие нахуй переговоры? Иди с города. Выпей. Короче говоря, они все это время рассуждали, кто будет главный. Кто-то постоянно выбегал из строя. Непонятно, что они вообще хотели делать. Рейдить мэра, полицейский участок или же самих себя, потому что они не могут разобраться, кто за все будет отвечать. Хотя, казалось бы, очень просто. У кого профессия глава бандитов, тот и будет отвечать за все, что будет делать конкретная банда. Это даже, сука, в правилах прописано. Если ты ему не подчиняешься, то он может тебя хлопнуть, и все, ты изгнан, считай. Но не забывайте целевую аудиторию этих профессий. Это дети, которые хотят во всем быть главными, и они готовы буквально друг друга заэрдемить, зафридамажить, чтобы доказать, что они крутые. Смотри, на тебя же Зефир РП, когда он стоял с оружием, ты начал к нему залазить как полицейский. Он на тебя направил оружие, ты был без оружия. Ты ж полицейским был? Или ты ФБАем был? Не, я был полицейским. Ну вот, смотри. И ты не побоялся и достал на него тазер. Подошел и достал тазер, когда он тебе сказал, что тебя может убить. Он мне не сказал. То есть ты был без оружия, он с оружием. Ты мне не сказал ничего как раз таки. Ты стоял молча на меня, смотрел с оружием и все. Нет, нет, я тебе говорил. Да говорю, нет, если бы ты сказал что-то, я бы слез. А так, я смотрю, ты на меня ствол наставил молча и все, я тайзер использовал, угроза жизни. Так, ладно, ты не признаешь, да, ФРРП? Ну, в данный ты момент нету. Нету. Тут ничем доказать нельзя. Ну вот, недостаточно доказательств. Все, ты покатись назад, тогда закрываю ЖБ, потому что недостаточно доков. Я... Ребят, там мусор возле смотрите, хаты. Смотрите, давайте ограбим банк, хаты. Если у кого-то нет оружия, вон то там его купим. Мусор возле потом хаты, вон с той стороны. Я дам оружие. У меня есть оружие. Я тоже, у меня есть оружие. Алло, у нас. У меня тоже оружие. Да. Кому надо, подойдите. Короче, можете дать? Тут же вроде была медбаза. Или нет? А. Это не твои? Ну, не знаю. Не-не-не, это не мои. Это шафы. Блин. Мне для отчёток. Мент, что, уходи для отсюда. Мент, мне, уходи. Мне что-нибудь делать, мент? Это единственные маники, которые были, что ли? Серьезно? Бля, сейчас же придут рейдить нас, пиздец. Маники он, блядь, поставил. И что это, Ребят, сейчас я ФБИшника ёбнул, который приходил сюда. Тут ФБИшник ошивался. Прям по базе. Что происходит? Ты что делаешь? Я не знаю, нахуй он ломает. Сука, дурак, блядь, конченый. Это его? Сука, кто это был, блядь? Это моё. А что вы тут делаете? Ему вызов поступил. Нелегал. А чё, лошара ёбаная? Чё, копы? Не наводите на нас оружие, пожалуйста, иначе мы откроем огонь по вам. Полиция, полиция. Нелегал. Привет, на тебя же Безов фриарест. Почему фриарест? За что? Ну, за что ты его арестовал? Он проживает на квартире, на которой нелегал, маники. Люди вызывают полицию, чтобы ее убить. Вот зачем. Ты такое делал? Я, у меня маников-то даже нету. И за полицию я убивал только тогда, когда мы грабили банк. Все. А, то есть нелегального ты ничего не... Кроме ограбления амням, банка, тут, амням, ничего. Амням, иди сюда. Смотри, иди сюда. Смотри, он сказал, амням, что ты без причины его арестовал. Как без причины? Достал калаш, ты достал наручники. Ну, я со спины достал наручники. Он повернулся, его заковал и арестнул с причины нелегал. А что, не нелегал разве был? Ты сидишь на квартире, в которой маники есть. Вы вызываете, договариваетесь вызывать ментов. А? Нет, а если это не его квартира?
Подожди, в смысле, подожди, не его квартира? Он сидит на базе с нелегалами. Военки. Военка, да, там был маленький домик, ты знаешь, двухэтажный домик там рядом с входом есть. Ну. Там есть первый этаж и второй. Я зашел на первый этаж, потому что думал, что сейчас полиция начнет трейдить и убивать начнет. Я сразу достал, типа вот так вот, оп. Калашек достал, сразу приготовился. Он подходит мне в лицо нагло, достает наручники, меня садит и все. Так, и... Так, ну ты причину назвал ему? Так я сказал нелегал и посадил его. Нет, ты молча меня посадил. Я сказал нелегал. Ты ничего не сказал. А у тебя если есть демка, ты можешь показать, и там будет слышно, что я говорю нелегал. Тихо, тихо. Демонстрация имеется? У меня демонстрации нет. А у него есть демонстрация? У тебя есть демонстрация? У вас есть демонстрация? Не. Ну, недостаточно доказательств, я ничего не смогу сделать. ББ. Ладно, окей. Стоять! Что с тобой, блядь? Окей. Правила людных мест, посмотрим карту. О, еще и в людном месте достал оружие. Ну и хуйло. У тебя ФРРП выходит. И нон-РП. Ну ты в этом, в людном месте достал нож на госа, который тебе угрожает. Хотя в людном месте ограничение на ФРРП не действует. Нет, ты на улице это сделал. В общем, я тебе сейчас форму дам, выдай себе наказание за нон-РП и ФРРП. Сколько там нон-РП? 20, ФРРП 40 минут. 1-1 плюс... Ой, 1-1 плюс... 1.6. Банности ИЕМ нижнее подчеркивание 0.0.563 миллиона 700. Вот новая форма. Нижнее подчеркивание. Вот форма в чате вторая с подписью бай, ее вставь, пропиши. Ну хорошо, ты себя забань получается и пойди на форум обжалуй. Я просто не могу тебе бан выдать сейчас, у меня какая-то херня со сроками. Нет, я ее разобрал уже, я скажу то, что тут есть нарушение, ты можешь пойти это обжаловать на форуме. Нет, ты на улице это сделал, ты не слушался вооруженного госа в общественном месте. Ты меня убил на улице. Я не хочу тебе 300 раз объяснять, потому что я понимаю, что это бесполезно. Просто себе форму выдай, если ты против этого, пойди на форум и предоставь демку, что ты невиновен. Там 40 минут всего лишь наказание, выдавай. Я тебе уже объяснил, где я увидел нарушение, я жду выдачи. Я не могу тебе сам выдать наказание, там 40 минут выдай, я тебе форму дал. Нет, не надо, отойди. Я говорю, ты можешь с этим всем пойти на форум и обжаловать. Если я буду неправ по твоим доказательствам, то тебя разбанят, а меня накажут наоборот. Выдай себе наказание. Я же отчетливо помню, что он на дорогу аж выбежал, чтобы меня добить. Кого он наебать пытается? Ладно, я тебя понял. Не хочешь, как хочешь. У тебя нарушено правило АДМ 1.4. Тебе уже тогда сейчас попробую сам, если получится бан выдать. Один день добавляем туда, в эту форму. Один день. АДМ 1.4 плюс 1. У тебя выходит нарушение правила АДМ 1.4, 1.1 и 1.6 РП правил. Всего доброго. Ну, я просил, как бы. Варн. Можно, кстати, сделать, да? Варн бо ДМ 1.4. Один варн еще. Не согласен он, блядь. Ну не согласен, выдай себе 40 минут и иди дальше по своим делам. Ёб твою мать, сколько можно. Тупоголовый, блядь. Сука, это ж самое обычное экологически верное решение. Просто пойти, выдать себе наказание, набрать доказательства, что ты не виноват. И пойти обжаловать это на форуме. В чем проблема-то, сука, вашу мать? Стоять, ковбой! Лицензия есть на оружие? Там, да? Прицел там кухне. Человек был. Ты его я собирался знаю, убить, что там да? Человек был. Я его собирался убить. Нет, с чего вы взяли? Чего ты взяли? Со снайперской винтовкой. Вы что стреляете? Вы что стреляете? Покушение. В меня, Куда ты полез там, ковбой, смотреть в прицел, а? Кто-то тут, тут мне кажется, стоит под моим духом. До свидания. Не, ну это, конечно... Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Сейчас узнаем, зачем он туда бомбы начал закидывать. Заказ был? Ну, окей.
Ну это же киллер был, правильно? Но он бомбы закидывал. Заказы надо выполнять скрытно и незаметно. Привет. А, слушай, ты тогда киллером был, да? Когда ты на пустынку пришел. Правильно. Вот. А зачем ты мины закидывал на постройки игроков? На постройки игроков? Ну, там, на здания пустыни, но на их территорию зачем мины закидывал? Я ничего не понял вот сейчас. Мины зачем, говорю, закидывал? Слэмки. Бан STEM, нижнее, подчеркивание, 0. А вот форма, я сам не могу бан выдать. Можешь ты прописать форму без точки. Attention, please. Unidentified person of interest. Ну, а в чем проблема? Ты форму можешь прописать и все. До тебя человек с такой же привилегией прописывал. Да нет, там небольшой срок на самом деле. Там можно себе бан выдать. 50 минут идет. Не, она легко вводится. Это просто ты без точки ее вводишь. Правой кнопкой нет. Просто выделяешь строчку, копируешь и вставляешь. Сначала он говорит, что он не может прописать себе эту команду, видимо, что-то не получается. Потом он говорит, что не хочет себе прописывать бан, и якобы у него до сих пор не работает эта команда, но он все же пытается в крысу забанить меня. Бля, пиздец, что за логика Даркарпешера? Будучи на жалобе, вместо того, чтобы себе выдать наказание за два нарушения, там 40 или же 50 минут, да, он делает себе еще больше нарушений и набивает себе тем самым рецидив. То есть бан у него пишется. Ладно, хорошо, у тебя выходит еще ADM 1.4. Я не понимаю, у тебя план какой-то типа по банам или что? Почему ты именно так без жалобы можешь, хочешь банить? Ну ты не хочешь себя банить, ну, потом реально... говоришь, что не можешь. Потом так... ты попробовал на меня бан нет, использовать, просто... значит у тебя пишется команда. Ты меня обмануть хотел. Не, мне просто интересно, зачем тебе банить именно смысл, если можно на мировой пути. Ну смысл, ты меня забанить сейчас хотел на жалобе. Но я до этого с тобой пытался договориться. А, то есть после этого ты решил меня сам забанить? Ого, класс. Нет, я случайно твой Steam ID ввел. Да, прям случайно. Охотно верю тебе. Ну да, так получилось. Угу. У тебя выходит также еще... 1.41 и ADM 1.4. Ты же куратор, почему ты меня не можешь забанить? Пока он тянет время, он бы мог уже давно себе 50 минут выдать, понимаете? А, слэм абуз. Ебать. Плюс 1.46. Вот оно. Нашлось правило для рецидива. А рецидив у нас что выходит? 1.19, одна неделя. Я подчекал правило, еще нашел. Интересное такое одно. Смотри, у тебя выходит нон-РП ган, то, что ты носишь за киллера слэмки. АДМ 1.4 ты себе за эти два правила не хотел выдавать бан. Потом у тебя идет слэм абуз. Просто так их по фану ты сказал, раскидывал. Вот. И обман. Ты мне говорил сначала, не можешь. Нон-РП гана нет. Почему? Нон-РП гана нет. Ты был наемником. Потому что ты сказал, что я не могу... Ты послушай меня. Ты сказал, я не могу их таскать за наемника, хотя это донат оружия, но у меня спавнится автоматически. Я не но могу ты их использовать не можешь за наемника. Это другое правило. Это другое нет, правило. Это не другое правило. Класс оружия наемника это 4-5. Слама бус это и есть то, что я сделал. А нон-РП ган... нон-РП ганом это не является, потому что донат оружия. Я его не могу из инвентаря никуда деть. А тебя никто не просит его из инвентаря никуда девать. Тебе просто нужно не трогать его, пока ты играешь на профе. Класс оружия, который не совпадает с оружием вот этим. То есть, если я его случайно достану, это будет нон-РП ган? Если ты достанешь его случайно, это не будет нон-РП ганом. Но если ты будешь им пользоваться намеренно, как ты в этом случае делал, это будет нон-РП ганом. Итого у тебя выходит рецидив неделя бана. Я им не намеренно пользовался. М? У меня... Я им не намеренно пользовался. Нет, ты сказал то, что ты это делал специально, по приколу. У тебя выходит рецидив, а... Интересный чел какой-то, он сам себе могилу вырыл. Зачем, я так и не понял. Он сначала говорит, что он это по приколу делал, там у него друг был. Потом он говорит, что я это не намеренно делал, а случайно. Удивительный народ, блядь. Сначала говорит, что он это сделал, потом он мне в конце кто говорит, там? Что он этого не делал. Я свой магазин пришел проверить, открывай. Бля, а в чем я не прав? Извините меня, пожалуйста, ребята, мне искренне интересно. Вот он нарушает... он нарушает правила. Он два правила... Нет, он три правила нарушил. Я у него спрашиваю, зачем ты это делаешь? У меня там друг был, я по приколу кидал.
Я ему объяснял, что так делать нельзя. Говорю ему, забань себя по вот этим двум причинам. Я тогда еще третью не нашел. Я не могу себя забанить. Как это, интересно, не можешь? У тебя суперадмин, ты не можешь сам себе бан выдать. Ну, не поверю. Затем я вижу, он пытается меня забанить сам, блять. Затем он пытается меня сам забанить, пока я жду, чтобы он себе форму свою, понимаете, выдал на 50 минут. И он пытается, понимаете, меня в этот момент сам забанить, когда я жду выдачи бана его по форме. Потом он удивляется, что я, блядь, собираюсь ему уже бан выдать на больше срока. Находится правило обмана, которое он тоже этим самым нарушает. И он, сука, удивлен, что ему выдали этот бан. Это просто пиздец, блядь. Народ Dark RP, ну, реально ебанулся в край. Кто-нибудь сюда санитара какого-нибудь назначите жесткого, который просто пилюли раскидывать будет. Менты лохи обоссаны, понимаешь ты это? Лох. Пошел нахуй, выблядок. Лох. Ты просто лох. А, блядь. Хуярь его правильно, молодец, братишка, красавчик. Вот, вот таким я тебя воспитывал. Пиздец. Бульбек, ебать. Ну что ж ты делаешь-то? Да ебаный рот. Нон РП у тебя. Почему нон РП? Провокация полицейских оскорблениями, так делать нельзя. Почему нельзя? Можно так делать, алё. Ну на улицу пойди сделай. Где так нельзя? Так можно, это просто тюрьма, прочитай вон закон города. Так, и что, тюрьма. Ладно, провокация полицейских без причины запрещена. Нон РП, ты не пойдешь просто так обзывать ментов. Я обзывал. Ну где ты живешь? А, еще раз? Ну где ты живешь? Страна. Ну, мне город не важен, страну назови. В России. А, ну пойди, скажи, что мент... Россия. Я посмотрю на реакцию. Ты хочешь сказать, так нельзя делать? Нет, ты можешь, конечно, так сделать, только нормальный человек такого в жизни не сделает. Нет, я говорю, в игре это оскорбление, это в тюрьму сажают, а не в банк кидают за это. Угу. Но только ты без причины спровоцировал это полицейского, и это уже нон-РП. Ты незачем это сделал вообще. Так я хотел... Я хотел, чтобы ты на мою базу напал, чтобы ты в рейд принес. Ну в этом оно нарпе. У тебя рейд с маниками, правильно ж? База с маниками. Ну. А, ну так тем более. Ты когда за бандита играешь, тебе, наверное, не хочется лишнего внимания полицейских, чтобы к тебе приходили. А тут ты сам зовешь, чтобы они пришли. И тем более ты вместо того, чтобы убежать потом после тайзера на базу к себе, раз ты так хотел, так ты достал оружие и начал убежать. Стреляться. Я достал оружие, я пытался уйти по крыше. Я бы выглянул, ага. И ты мне сразу... И у меня ХП не было. Одним ну, а кто тебе убил. Виноват? Ну, это на НРП, я ж тебе говорю. 20 минут отсидишь, и все. Интересный, бля, человек. Я, говорит, в России могу так крикнуть, сказать, и нормально, типа, мне ничего не будет. Ебать, сказочники, конечно. Вас же, блядь, сразу умножат на ноль. Ебаные мамкины бандиты, которые этого дебила еще включают, который орет там, мол, мусора, блядь, и так далее.